В эфире канала ОТС программа «Экстренный вызов». В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Начинаем с трагедии, которая произошла этим утром в Новосибирске. В Октябрьском районе под поезд попала 14-летняя школьница. Девочка погибла. Все случилось неподалеку от станции «Инструментальный завод». Со слов очевидцев, она просто стояла на путях и не обращала никакого внимания на звуковые сигналы, подаваемые машинистом приближающегося состава. Наезда на ребенка избежать не удалось. Сотрудники Следственного комитета на транспорте уже осмотрели место происшествия и записали показания свидетелей. Продолжаем программу. Второй раз вернули прокурору. В Новосибирске сегодня должно было состояться заседание по делу старшего инструктора аквапарка, которого обвиняют в гибели 16-летнего подростка. Однако в материалах судья вновь обнаружил несостыковки. Романа Кудашкина обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, с летальным исходом. По версии следствия, действия инструктора привели к непоправимым последствиям. Сторона защиты настаивает, к гибели подростка он не причастен. Это несчастный случай. Сторона обвинения даже не доказала, в какой момент он утонул, понимаете. Все построено на предположениях. И позиция защиты – это только оправдательный приговор. Трагедия произошла во время январских каникул в 2020-м. 16-летний юноша из Кемерово отдыхал в новосибирском аквапарке вместе с семьей. Мальчик купался в медленной реке, аттракционе с искусственным течением. Глубина там небольшая, всего 1,20 м. Однако, когда подросток нырнул, его рука застряла между трубами подводной скамейки. Из бассейна пострадавшего достали только через 2 минуты. К тому моменту он уже находился в состоянии клинической смерти. Спустя несколько дней он скончался в реанимации 34-й больницы, а история получила уголовное продолжение. Сотрудники регионального СК выяснили, что участок, где произошла трагедия, не контролировал спасателями. Обвинение предъявили старшему инструктору компании «Аквасейф», которая отвечала за безопасность на объекте. Как установили следователи, с целью обеспечения постоянного наблюдения за водным аттракционом «Медленная река», территория аттракциона разделена на 6 постов. Утром 8 января 2020 года обвиняемый, составляя ведомость расстановки подчиненных ему инструкторов, выявил, что для исполнения обязанностей прибыло недостаточное их количество. В таких условиях он принял решение объединить зону ответственности 2 постов. Подросток оказался вне поля зрения спасателей и утонул. А Роману Кудашкину пришлось отвечать за роковое решение. Старшего инструктора на службу инструкторов ООО «Аквасейф» Кудашкина возник преступный умысел, направлен на оказание пользователям водного аттракциона «Медленная река» услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Впрочем, согласно должностной инструкции, Кудашкин не оказывал посетителям водно-развлекательные услуги. Так что после оглашения обвинительного заключения судья решил, что оно составлено с нарушениями и дело необходимо вернуть прокурору. В тексте нет важной информации о том, как именно утонул подросток. Родители погибшего требуют с компании «Аквасейф» 10 миллионов рублей. Они считают, что там в целом в комплексе все виноваты. В том числе и руководство аквапарка. Они считают, что... Этот аттракцион небезопасный для детей. Стоит отметить, что сам аквапарк за гибель посетителя отделался лишь штрафом. С управляющей компанией взыскали 300 тысяч рублей. Жительницу рабочего поселка Колывань задержали полицейские по подозрению в убийстве собутыльника. Само преступление было совершено на так называемой бытовой почве во время распития алкоголя. В ходе ссоры фигурантка по делу взяла нож и нанесла им не менее 1 удара в область туловища 42-летнему потерпевшему. После этого она позвонила сестре мужчины, которая прибыла на место происшествия и вызвала сотрудников правоохранительных органов, а также скорую медицинскую помощь. Потерпевший скончался в больнице. Теперь его сожительница дает показания следователям СК. Возбуждено дело по особо тяжкой статье. В ближайшее время обвиняемые изберут меру пресечения. Окровавленный нож забрали на экспертизу. Появилась новая информация о массовом отравлении жителей Татарска. Количество пострадавших продолжает расти. По некоторым данным, за помощью к медикам обратились уже 72 человека, среди них 29 детей. Все пациенты, как считает следствие, клиенты кафе японской кухни и сотрудники этого заведения. Отведав роллы местного производства, люди почувствовали сильное недомогание. Диагноз у всех одинаковый – гастроэнтерит. Его причиной мог стать сальмонеллез. Однако точные результаты анализов будут позже.
позже. СК возбудил уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни или здоровья потребителей. Кстати, сегодня решением татарского суда деятельность предприятия «Суши Хаус» приостановлена пока на 30 суток. К другим темам. В Калининском районе Новосибирска перед Фемидой предстанут 5 дистанционных обманщиков. У каждого почти под полсотни преступных эпизодов телефонного мошенничества. 36-летний уголовник арендовал офисы на правом берегу города, прикупил клиентскую базу различных банков, нанял персонал из числа знакомых, и они по стандартной схеме разводили собеседников. Звонили тем, кому было отказано в кредите. Врали, что в документы закралась ошибка. Деньги будут, но необходимо заплатить комиссию и страховку. Те, кто поверил, перечислял на счета махинаторов нужные суммы. Кстати, когда страну накрыла очередная волна пандемии, аферисты работу не прекратили. Людей они обманывали по удаленке. В рамках уголовного дела установлена причастность обвиняемых к 57 эпизодам дистанционных мошенничеств. Жертвами злоумышленников стали жители Красноярского, Алтайского, Забайкальского, Приморского, Камчатского, Пермского и Краснодарского краев, Сахалинской, Амурской, Самарской, Иркутской, Омской областей и других регионов России. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Объем уголовного дела составил 27 томов. Новосибирские полицейские поймали серийных карманников. Злоумышленники активно орудовали в городе последние 3 месяца. Для совершения преступлений выбирали места массового скопления людей, торговые центры и остановки общественного транспорта. Этой осенью новосибирцы как никогда стали жаловаться на всплеск карманных краж. Поездки в общественном транспорте или шопинг в крупных магазинах заканчивались весьма плачевно. Пропажи мобильных телефонов, ценностей и документов из сумок. С сентября по ноябрь, получив вал заявлений от потерпевших из разных концов города, местная полиция мобилизовала силы. Поиск дерзких злоумышленников стал приоритетным. Для стабилизации оперативной установки на территории города Новосибирска сотрудниками полиции на постоянной основе в торговых центрах и остановках общественного транспорта проводится работа, направленная на предупреждение данного вида преступления, а также оперативные мероприятия по выявлению и задержанию лиц, причастных к совершению противоправных деяний. На Первомайке оперативники УГРО поймали местного рецидивиста. Ранее судимого 48-летнего мужчину подозревают в 13 карманных кражах. В Дзержинском районе города был задержан 50-летний фигурант. У него 5 эпизодов хищения имущества. В Ленинском в руках правоохранителя оказался 40-летний злоумышленник, по предварительным данным совершивший 8 аналогичных преступлений. Еще один серийник работал в центре Новосибирска. В его деле установлены пока 4 факта. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 4 жителей города Новосибирска, подозреваемых в серии карманных краж. В общей сложности раскрыто около 30 эпизодов краж из карманов и ручной клади. Фигурантам, которые в свое время уже привлекались к уголовной ответственности за совершение похожих преступлений, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Их отправили в СИЗО. Остальные дожидаются окончания расследования под подпиской о невыезде. Полицейские уверены, в деле каждого будут еще эпизоды. И последний скандал вокруг заслуженного тренера по плаванию из Новосибирска продолжает набирать обороты. На днях наставника спортсменов задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге за отказ надеть маску. Александра Ильина скрутили, надели на него наручники и отвезли в местный участок. Кстати, чемпионка Европы Виталина Симонова, которая должна была лететь вместе с тренером, попала под уголовное преследование из-за того, что крыла полицейских отборным матом. Однако на этом приключения новосибирцев не закончились. Накануне Ильин устроил похожий перформанс в здании суда. Во время процесса он также отказался от индивидуального средства защиты. Рассмотрение материалов по предыдущему правонарушению пришлось отложить. На этом пока все. Если вы сняли происшествие или преступление, присылайте видео нам, мы покажем его в эфире. Адрес электронной почты редакции экстренного вызова 310-2005@otstv.ru. Берегите себя и своих родных. В студии работала Мария Никитина. Оставайтесь на нашем канале. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перс ТВ.